фуловые, там мана тоже почти фуловая у него. Ну, в общем, фуловые все. Здесь все тут фуловые и друг друга боятся. Опа, нападение полетело у нас на ДБ. Тут Сноубол также есть своя контр-инициация. И теперь будет бить они. Шигец, Шигец очень неприятно. Болт секундно вылетает. Шигец полетит до него гранатки. До конца идет Биг Ном. Хаммер. Ну что, есть First Blood. Вопрос теперь, какой ценой ФБ. Точно минус Биг Ном. Но если выживает, да, у нас тут... Нападает на Егора, нажимает стринкоил, по зайцу, заяц пока что выживает, там Сноубол, заяц, ну в общем у нас, да, в таверну еще будет минус Моуджу, красота, манимейкерсы. Мне кажется, ну, не умер, да, если бы даже не сдохли бы об этого терзателя, но все равно, и бы выиграли там. Но момент получился мемный, исторически. Внешне выглядит, хотя вот он, наш зумер нападает на... Дамбрейкер, ДБ под фокусом находится, должны пробить, должны добить, добивают. Еще и Семен тут у нас проводиком, да, принимает его, но Семен все-таки решил отойти с Егором. Итак, полетел Финсгрип, красота. Там Солар Гвардиан, корабли торренты, но Солар Гвардиан очень сильно мешает. Но Моуджу поддерживает эту атаку своих тиммейтов, забирает у нас Егора наконец-таки, да. Так, здесь что? Полетел, друзья, Солар Гвардиан. Залетает у нас Дамбрейкер. Там корабли хорошие, плюс торренты. Падает Биг Ном, нажимает финт-грип. Ну, убивает у нас все равно зайца. Он вроде бы БМ его защекотал, там и убился БМчик. Потом об этот нападает на Нефрит на разворотике. Морф дает также кресты у нас на торренты по Нефриту. Его же оружием его и бьет. И это минус 3. Семен нападает у нас на Семена. Семен пока что спасается. Моуджул. Моуджул уходит. Тут на зайца. Зайц Нэтмэр у нас ворвал спанч. В итоге на зайца в таверну отправят. Да. Да, поэтому крик. Ну, отчасти, конечно, ты... Отчасти, да, прав. Спасибо тебе большое за поддержку. Ну и спасибо тебе, говорит Шигетсу, что подошел на Семена, забирает у Семена. Еще и кулак-то фантазмом должен, да, взрыв этот Солар Гвардиана. Минус Егор, минус Семен, минус Биг Ном. Красота, Нави, что делают, а? Ты посмотри. Ребята, тут у нас... Драка может начаться. Они же убили, получается, да? Вот там же есть взрыв. Да, там все есть. Там все есть. Он перекачивается, если что. Он перекачивается. Залетел у нас куда-то Биг Ном. Ты видел, что это было сейчас? Биг Ном залетел, пытался спасти. Просто умер от Энксвелла. Это было забавно. Там еще где-то у нас убили Семена. Тут сбоку, да? Шигец у нас. Инксвелл. Залетает у нас на Кейтика. Пошли его долбить. Но там БМ пока у нас. И на развороте. Нападение там Солар Гвардиан. И Шигетсу занаглел излишне. Видимо, он тут свои возможности слишком переоценил. Да, его за это наказан. Снимает с него стрик еще. Даунбрейкер как-то стягивает по фронтам. По всем своих, да, противник. Солар Гвардиан нажимается. Подходит Биг Ном. Залетает у нас Кейтик. Минус Заяц. Минус Молоти. Минус 2. Убили. Друзья, вот это реально секс-сила. Но вот это у нас на Даунбрейкер. Там нажимает БКБ, разворачивает. Получает финсгрип, там Сноубол. Не получится ничего тебе сделать. Минус Биг Ном, минус. Да, ДБ у нас забирает. Все может быть. Опа. Опа, забирает Мелоди. Тут минус Биг Ном. Лукас нажимает БКБ, разворачивается, но он что-то как-то умирает, ребят, минус Лукас. А это хреново очень для команды Манимейкерс. Это все, это минус те уже. Минус делается 3, пинает у нас Кэта. Не пока что включено БКБ, он пока живет, но кончается БКБ, он очень тоже быстро кончается. Минус Семен. Что как? Он просто нескончаем на нем, на Морфе. На Морфе, на Инвокере. Такая тема. Значит, нападает на Шигец, нажимает он фантазм. Шигец пытается уйти. Торрен-шторм разворачивается. Падает минус Биг Ном. Минус Биг Ном. Там Семен уже в таверне, друзья. Егора пинает. Егор нажимает БКБ, уходит отсюда. Ушел Егорчик. Там Дримкойл. Там Моуджу. Побежал за Лукасом. Лукас арестует, но убить не получает. Вот здесь Бензурит. Чикатай, 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 чикатай. И минус. Да, забирает еще и Даунбрейкер. Тут. Кап, пока что летает, по-моему, Шигетсу, у нас Кэтика, принимает, нажимает БКБ, нажимает БМ, Шигетсу разворачивается, и Фантазм, там кресты, друзья, в обратно рептует он, Физвит нажимается, двух героев под Солар Гвардианом этим долетает у нас сюда обратно Кэт, пытается лупиться, Шигетсу красный, не ловишься,
Найтмэр, но он падает. Сейчас станет обратно после Эгиса и будет сейчас вновь бить, готов лупить героев. Закатывается Морф. Куда ты полетел? Там же встает Шиген. Ты что делает? Куда он полетел, Лукас? Я не знаю, что происходит с Лукасом, но это точно, друзья, не Лукас фильм, уж точно в этой игре. Трудно ему, трудно. Пошли у нас пэбэки, Бигнум возвращается обратно. Забирает здесь ген, поднял, хорош, но GG, все, сдаются они. Я не знаю, что случилось с Money Makers, но они поплыли просто, вот просто поплыли. Все, да, но все равно интересно. Ладно, начинается вторая карта, друзья, Best of 3 у нас, да, в рамках Pinnacle Cup. На тренде трудно прям сильно расхарасить на линии. И посмотри, что происходит. Вроде бы да, Мелоди выходит забирать, разминать героев. Да, просто тут, Найтмэр. Хотят опять на Рубика, давай посмотрим. Вот так вот, хаммером, Старбрейкер. Ну, ману не хватает, но есть стики, но они справляются без него. А, сейчас, секунду, у нас тут нападает на Семена. Вот как раз таки Семен, бывшая, да, четверка Нави, подставляет. Семен брается с Аверном. Четверка заяц у нас. Четверка у нас заяц. Собирают еще и брюмастера на боте. Ох как. У нас пришел Рома. Рома у нас Дэй сыграл на четверке. Дэй закикнули. И там второй став может перевели. Не знаю, куда в общем деле. А, и теперь пришел заяц. Нави играет. Тут сейчас зайца могут забрать. Хотя. Тандергост нажимается. Заяц выживает. А вот Бигнум нет. Там Егор еле. Наверное. Тут Дримкоил на Моуджула. Напали Моуджул. Там Суар Гвардиан из подкрепа. И сейчас принимает неплохо пака. Пак нажимает шиф. Хорошие были корни. Поширен героев. Забирает Егора. Минус Егор. Минус Бигнум. Семена потенциально можно убить. Также будет постараться. Да. И Бигнума сейчас увидят в темноте. Мы увидели его. Здорово, Бигнум. Thunder Gods. А, ну там еще и Финсгрид дают у нас брюшку. До свидания. И Бигнума туда же отправляет в таверну. Минус Бигнум. Красота. Сейчас, возможно, Шигетсу вот прям ТП называется. Не туда, друзья. Вообще, да, он пошел, мне кажется. Сам пролетел, понимаете, в руке. Ну, это вы узнаете уже. Сами выберите, мы вам дадим варианты, если вдруг выиграете. Там вы решите сами, что будет собирать. Здесь нападает на зайца. Заяц подставляется. Заяц в таверну или нет? Пока что нет. Тут минус Моуджул будет у нас. Да, Моуджула отправляет в таверну. А вот это круто. Хочешь по варду или что это? Ну, его пингуют, короче, ребят. Меня пингуют. Это, смотрите, что ли, он захвачен, что ли, командой Нави или что это? Ой-ой-ой-ой, Лукас... Я не увидел, но, так понимаю, он захвачен просто Нави, да, был? Вот, ну, в общем, они видели, что он тут забирает Лукаса, красивый ганг получается, но это не конец, будет сейчас драка. Заяц нажимает на себя Найтмэр, прилетает подкрепление, Нефрит пришел, Егор, шо с тобой? Там Моуджул, друзья, нужна хелпа, срочно. Есть корни, Моуджул, 100 хп остается, выживает, помочь нужно, Нефрит, погоня продолжается, прячется он в кустике, спрятался в кустик, тычка раз, он джампит, друзья, уходит на луграунд, спасается. Здесь реально спасти рядового Моуджула, да, у нас нужно было операцию провести, и спасли они его, и теперь Моуджул достал ты меня за все хорошее тебе, верхний, нижний, твоя бактерия еще в придачу, да, в приписку, все это 3 секунды, Найтмэр есть, но там подкрепление, стоит за спиной, сейчас будет сниматься Найтмэр, нападает на Шигец, получается, физгрип у нас Егор, пытается он сбить, баш вылетает, все, Лукас молодец, залетел сейчас качественно очень, Thunder Gods, умирает Бигн, умирает Егор, здесь сейчас еще помрет, по всей видимости, у нас Морб. Но нет, нажимает на таймволк, уходит дальше. Вейформ, друзья, на 4 секунды есть. Скоро его остановят. Но он вейформ должен нажимать. Улетает там, наверное, Семен. Залетает сбоку Брюмастер. Пытается остановить он команду Нави. Остановил он их. Но с другой стороны, теперь Нави переключается с Лукаса на брюшку, ребят. И сейчас это будет смерть, по идее. Тут, да, пошел купол. Не жалеет него этот купол, потому что достал. Потому что напрягает Брюмастер. И... Что здесь такое? А здесь заяц залетает. Там разложился у нас панда. Ну, там будет Сворк Вардин. Подтягивается Лукас. БКБ не нажал АДБ. В итоге минус заяц. Сбоку принимает у нас Семена. Он ворует Сворк Вардин. Улетает также. Хорош. Нажимает сакупло в одного героя Шигет. Такой себе на самом деле куб. Умирает Нефрит. Минус Нефрит. Пока что очень плохая драка для Нави. Здесь продолжается мясорубка. Умрет ли? Умрет ли? Да, первый раз у нас... Шигетсу, Лукас все еще живет, нападает на Мелоди, Мелоди, полетели кирпичики, браво, Лукас, трибл-килл делает уже, но это, возможно, еще не конец, Семен же сворвал тайвок, а по телекинезу у него, друзья, ну там БКБ, сап.
Но под вардом круто они ловят. Итак, купол под двум героем это получается будет здесь. Буква нажимается, вылетает сюда нефрит. Забирает пикнума, минус пикнум, минус 2 делается. Семен в таверну, минус 3. Вау, красота просто. Нападает на брюшку, брюшка разложился у нас. И теперь пытаться просто уйти. Главная задача уйти, постараться. Погоня с зеленым начинается. Синего убили, всех убили. Остается последний зелененький здесь. Нужно его добить корнями. Он переразложил обратно. В итоге его все равно забирает. Вот так вот, друзья. Просто один хороший вард. Там Егор. Арба. Отошел пока что он отсюда. Упрыгивает Егор. Там Шигетсу. Буковой. Но тайминг, но с другой стороны. Друзья, Аегис нужно поднять. Аегис почему-то не подняли все еще. Нужно кого-то его забрать. Поднимите. Аегис валяется, все на него пофиг просто. Лукас поднял. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересная драка. Лукас теперь может танковать немножко, да, эти драться и убить Шигетсу. Шигетсу, я не знаю, почему. Но, в общем, он не поднял его. Затыкали жестко, а Лукас самовнимательный здесь. В итоге мне интересны просто итоги этого замеса. Очень интересно. Моджул. Наверное, также. А Аегис не подняли, и это позволило Лукасу парламентария немного. Извините. Так, тут у нас что? Что у нас тут движуха? Купол будет. Ой, хорошо. Лукаса убили, минус Лукас. Тут забирает у нас еще и ловит спокойно противников, то проблем, наверное, и нет с пипаком. Что-то они, мне кажется, переборщили здесь. И купол, и корни отдали Семена. Шигетсу залетает. Пошел. Получает по салам по башке. Но там Соур Гвардиан, друзья, есть. Есть БКБ. Нажимается оно. И не убивают они быстро Шигетсу, если что. Так что драка тут сейчас будет серьезная. Друзья, байбеков вообще-то мало. Мне кажется, тут еще драку вырвет. Тут сломает всю баку противнику просто-напросто. И все. Шигетсу дерется. Есть, конечно, драка это сейчас будет. Потому что как-то заканчивается кнопки уже. Но они залетают все равно. Они залетают вперед. Забирают Заяц очень быстро. Минус Заяц есть. Заяц таверну. Но с другой стороны, ценой Лукаса жизни. А он без пайбека, молчу, горит, но уходит. Его не добил здесь брюшка. И теперь сжимает его в бутерброд. Самый настоящий Шигетсу плюс. Да, пока что все. И забирает у нас, в общем, третью сторону. Здесь Нави. Красота. Красота. Забрали третью сторону Нави. GG. Сдаются Money Makers 2-0, Na'Vi одерживают победу сегодня уверенно 2-0, тем более в рамках этого турнира, да, где безумно важны именно 2-0, да, не 2-1, а вот именно 2-0, важны победы на картах.